Roger, that's at the same location. Just south of my location. If he goes back out there, he goes towards it. Roger, can you work him through? See what he does. Wait one, he'll pass it up. Всем привет на моем 25-м стриме. Мы сегодня проходим игру Desert Strike, точнее уже начинаем второй раз. Я решил начать сначала, потому что там было у меня пара смертей, да и вообще, что мне там два уровня проходить, сколько их там проходить, наверное, час. Не буду же я стрим на час делать. Тор, привет. Так. Ну, собственно, начинаем. Ну, я, наверное, не буду второй раз сюжет читать.
по крайней мере, на первых уровнях. Хотя, если это требуется, может кто-то там первый раз смотрит, допустим, ну, тогда могу прочитать. Так, ну, пилота я, наверное, выберу... А, нет, другого выберу. Вот, жокея выберу. Ну, на самом деле, я не знаю, это надо поиграть, что сложнее, потому что мне кажется, что ракушки не так уж сложные. Я, конечно, могу ошибаться, потому что, да, ничего не хочу сказать, но... Потому что мне кажется, такие вещи для меня не очень сложны, типа там перепрыгивать какие-то рандомные препятствия, ну, не знаю. Костебрак, привет. Так. Здесь у нас... 4 задания. В тот раз я упал прямо на первом же уровне, да? На одном из миссий. Ну ладно, надо этого не допустить. Ну, рандомный, ну не знаю. Но если хочешь, потом мне скинь там этот save state, там, имром. Я чисто у себя без стрима попробую. И скажу тебе, что для меня, ну, сложнее. Хотя, опять же, надо еще к управлению привыкать. Итак, радары. Нужно уничтожить 2 радара, ну, не будем тянуть, сразу полетим к радару. А, единственное, только будем спасать, опять же, наших солдатиков. А, где он? Не вижу его. Я тебя не вижу, ты сливаешься с песком. А. Стоп. А, вот он ты, вот. А, что нужно сделать перед миссией? Нужно уничтожить 2 радара. Все. На этом здесь все. Охраняются они вообще не очень. Ковтанки. Так. Ну и все, второй радар. По пути уничтожаем зелененьких и берем на борт желтеньких. Так, вот второй радар. Раз, два, все. Опять же, я в тот раз прошел почти 3 уровня, но так и не взял хорошего пилота. Я не знаю, я упустил или все-таки его еще не было. Я просто не помню. Как тут в этой игре? Да, тут где-то еще солдатик наш. Надо его забрать. А, вот он, пилот! Лол. Что-то я затупил в тот раз. Стоп, или это нет, или это просто, типа, рандомный. Так, самолет надо уничтожить, чтобы технологии не своровали. А, нет, обычная стрельба. Торт ты умеешь готовить, кушать? Или ты, в смысле, имеешь в виду, там пельмени пойдешь сваришь? В микроволновке разогреешь. Так. Уйди. Итак, ладно. Бойцов мы собрали немножко. Второе задание. Уничтожить электростанцию. Ну, опять же, тут... Просто летим. Сейчас у нас... Так. Нет. Зря. Он мне брони нормально снес. Вот когда мигает Danger Zone... Так, это мы, кстати, разрушим. Это означает, что у врагов немерено брони по какой-то причине. А под снаряды их, наоборот, сносит мне немерено брони. Обычно это был... Бывает в тех местах, куда мне еще не надо. То есть, если я лечу на миссию раньше времени, да, вот такие здесь вот есть глупости. Ну, иногда это объясняется какими-то там энергогенераторами там или радарами. Типа, они знают, где я нахожусь. Правда, я не знаю, как влияет то, что они знают, откуда я прилечу, на то, что они мощнее стали. Ну, в общем, в этой игре так. И не только в этой, и во всех следующих, ну... Jungle Strike и Urban Strike. Вот этот вот с двух этих
это был. С двух гидр уничтожаются. А там, где был Danger Zone, там много. Там я мог и 5, наверное, или 6. Я не знаю точно, но больше явно. Ага, боеприпасы. О! Сейчас. Где тут было? Запомнить ракушек? Ок. Так, электростанция. А патроны? А, еще есть. А, ну да, там же, в принципе, потратил-то. Это с одного Hellfire. Это с двух гидр. Ой, броню там не поснимали. О, заложника можно взять. Не, я лучше своих солдат возьму. Чем мне этот заложник? А, вон там еще стоит. AAA. Так. Ну. В общем-то, разрушаем электростанцию. Готово. Броню... не, броню я брать не буду. Надо только запомнить, что она там лежит, потому что я сейчас полечу на лендинг зон. И там высажу людей. Ох, ой-ой-ой, только не сбить. Вот я сейчас чуть не повторил ту же ошибку, что и в тот раз. Меня в тот раз тоже сбили, когда я, по-моему, летел к лендинг зон. Так, нет, идите мимо. 50 брони оставили. Типа легко, то что я вчера тренил. Нет, ну я знаю. Но. Нет, я не говорю, что легко, но как бы мне кажется терпимо. Но опять же, это со стороны всегда кажется, согласен. Надо пробовать. Так, ну, гидр мало, не знаю, 5 хеллфайров, а у нас сейчас в аэропорт надо. Но в аэропорту есть боеприпасы. Да нет, что тут патронов этих. Очень много, поэтому я думаю, можно не экономить в данном случае. Давай, Тор. Приятного аппетита. Вот. Тут, по-моему, был в тот раз опасная зона вроде была, уже нет. Где еще? Ох, ты же все-таки попал. 100 снял. Ты куда? А ты куда? Так, я помню, что в этом туалете сидит гранатометчик. Ну, он быстрее меня оказался. Ну, просто мне нужно ждать, пока взорвется, иначе я не могу попасть. Это вот тоже такой минус. Ты что, сейчас, например, если там кто-то сидел бы, вот пока оно не превратилось в эту ямку, я не могу попасть, если там кто-то сидит. Цель не переводится. Ох. Так. Ну и последний самолет. Но это только в этом аэродроме, а еще там второй аэродром есть. Да, этот очистили. Так, горючее. А, ну да, вот же он рядом лежит. Но пока еще рано брать, в принципе. У нас он по пути там есть, к следующему аэродрому. А боеприпасы тоже по пути есть. Ну вот, возьмем боеприпасы, потом долетим до горючего и как раз к следующему аэродрому. Так, вот боеприпасы. Так, горючее. Там наверняка защищают его кто-то. Или что, оно там просто так валяется, что ли? А, в этом здании? Что, а странно, тут закрыто разве показывает? А по-моему, в следующих играх, пока не откроешь, он не показывает. Ну все, пора брать. Ну и все, к аэродрому. Так, два. Раз, два. Раз.
Раз, два. Так, не то. Так, там кто-то опять улетает. Не, ты что-то намылился вообще быстро очень. А тут что в этих зданиях? Тут может быть и топливо, ну вот. Патроны. Да, ну и гранатометчики тоже тут могут быть. Так, ну можно боеприпасы не жалеть, их тут много. Вообще удивительно, что эти самолеты так быстро тут разрушаются. Ну, то есть как бы... Ведь если они в воздухе, они от этого не становятся крепче. Все, миссия выполнена? Нет, еще что? А, у меня патронов вообще ноль. Ну, кроме пулик. Кто-то еще тут улетает. А. Все, третья миссия выполнена. Так, горючее еще есть. Броня не очень. Бойцы. Ну, пойдем бойцов спасем. Вот вначале... Который слева. Не, вначале который снизу, потом слева. Ну, снизу я имею в виду вот. Что-то вначале слева, потом сверху, да, вот. Где-то тут был. Вот он. Почему его не убили? Что, Костебрак? А, ты про то, что я запутался. Ай-яй-яй. Ну, я понял. Так, ладно, ладно, ладно. Пойду высаживать. Так, Landing Zone, где она у нас? Я не помню, за одного сколько дают, 50 или 100? А, даже... 200, что ли? У меня было 45 или 50 было, странно. Так, у нас еще броня лежала вот где-то там, где электростанция была. И там же и горючее, если что, есть. А следующее задание у нас вражеский штаб. Ага. Ну ладно, полетим туда. Заодно вот еще там одного подберем. Так, тут мы не будем, в принципе, никого трогать. Вот этого только возьмем. И вон там справа. Вот. И тут где-то броня лежала. Так. Нет, по-моему, она была ниже дороги электростанции. Да, вот она. И топливо тоже возьмем. Что там, кто-то стрелял? Ты что тут забыл? Так, бойцы. Ну ладно, и этого-то возьмем тут недалеко. Где? Только возле скалы не стой. На среднем не идет, оказывается. Ты про что? Так, поехали штаб взрывать. Тут броня просто так валяется. Нормально. Вот эти башни самые противные. Потому что они пока взрываются, гранатометчик еще стреляет. Ох,
А что, еще качество можно менять, что ли? Я слоу. Ты, ну, если ты про стрим говоришь. Или про что? Я думал, я на каком битрейте стримлю, на таком оно и идет. Так, берем генерала. Или кто он там? Теперь мы знаем, где держит нашего осведомителя. Но я разгромлю еще один командный центр все равно. Надо же куда-то 7 хеллфайров израсходовать. Раз. Ну тут можно гидрами. Да. Да кто там еще? Оо! Ну ладно, доигрался. Печалька. Блин, еще и топливо уничтожил. Какие-то вы не очень. Крабы мне в чат. Ну, в общем, это опять не очень попытка. Не, ну я, в принципе, не стараюсь сделать там какое-то бессмертие прохождение, но, блин, хотелось бы. Ну, я хотя бы не набираю чит на 20 жизней, а тут такой есть. Так, тут где-то боеприпасы. Ох, да это кто? Ладно, в другом месте возьму боеприпасы. Так, еще и топливо мне надо. А, ну вон там все в куче, в принципе, есть. Так, где? Нет, дальше. А, ну тоже защищено, небось. Ну, здесь, походу. Так, а горючее где-то рядом тоже. Так. Ну, пока эти домики уничтожим, хотя в них вроде ничего нету. А, нет, это как раз таки в этом домике, да. А мне казалось, в дальнем было. Так, пока отбиваемся. Ну где вы? Должны же были приехать. А, вот. Ох. Все. Почему-то в этом ролике выбежал только один. На этом первый уровень завершен. Ну, если, конечно, мне хватит грючего долететь до фрегата, но мне его явно хватит. Не, просто бывают случаи, когда не хватает топлива, не долетаешь, и все. Неважно, что все задания выполнены, все равно уровень сначала. Хорошие новости. Вон там радары уничтожены, электростанция уничтожена, пехотинец даже спасен. Технологию в 15 защитил, кстати, вот то, что я этот штурмовик-то уничтожил. Вражеский штаб, аэродромы. Ну, давай, какие плохие.
О, вражеский солдат сбежал какой-то. Какой еще вражеский солдат сбежал? Не понял. А, это которого я типа хотел заложники взять возле электростанции. Тьфу, да это разве плохая новость? Че он даст-то нам особо? Так, ну, да, сюжет я не буду по второму разу, наверное, читать. В принципе, переключать тоже не буду, вот кому надо, прочитает тогда. Да. Единственное, если, ну, дойду до четвертого уровня, то как бы там уже буду читать, потому что до него я в тот раз не дошел чуть-чуть. Итак, здесь у нас 6 заданий. Вот они на экране. Ну что ж. Первое задание — опять уничтожить радары. Только теперь их 3. Ну, погнали. И у меня 3 жизни. Видимо, мне по очкам дали жизнь. Так. Раз, два. Раз, два. И как же вот они с радарами меня не видели? Вот это вот глупость, да? Почему они сейчас оборачивались так долго ко мне? У них же радар прям возле них стоит. Или они подключили к радару всех, кроме меня? А вот и ЗСУ. Так, ты кто? А, нету желтого тут? Ладно, нету. Так, где радар? Дальше. Ух, я думал, он в радар попадет. Все, так. Боеприпасы не еще есть. А ты кто? Так, третий радар где-то тут. Ну их вообще охраняют не очень, эти радары. Не, хотя вот эти зенитки, они, в принципе, прикольные, потому что мне уже 300 брони оставили. Ну, играю, конечно, я неаккуратно, вот. Я мог бы сейчас как-то попробовать покрутиться, чтобы они меня не попали все-таки. А, стелс же, ну да. Итак, тюрьмы. 3 города захвачены солдатами противника, зачистить территорию. Ну, в общем, надо 10 политзаключенных взять. Ну, пошли в ближайшую. Надо сразу там набирать боеприпасов, горючего. Ну, в смысле, находить в домах всяких. Типа таких. Так, есть кто? Нет никого. Вон, гранатометчик стоит. Так, припасы. А вон там как кто-то прячется, вон этим зеркалом моргает. Погнали. Отлично. Вот тюрьма сама. Тут... Да, ух, как же неудачно-то. 200 брони осталось. А тут сейчас еще приедет, по-моему, братва. Стреляю я по крыше тюрьмы. Но взрывается почему-то стена. Ну, это, в принципе, нормально. Это как воздушный шарик. Его давишь в одном месте, а он лопается в другом. Там, где тоньше. Ох, да нет, я думал, меня сейчас второй раз свалит. Так, все, посадка. Только не нарваться ни на кого по пути. Мне одного патрона танка, ну, одного снаряда танка достаточно, чтобы я упал. О, Тор, ты вернулся? Тор, я уже упал один раз на первом же уровне. Не получается что-то пока без падений.
Но на самом деле без падения это смешно говорить, потому что первый, второй уровень, ну даже третий еще ладно, на четвертом я не то что без падения, я боюсь, что мне 3 жизней не хватит. Ну кто, как бы, я не знаю, если кто играл, то он понимает, наверное, о чем я говорю. Вам к обед приготовила кряво. А, ну да, продолжаем по тюрьмам шляться. Так, тут у нас что за квадратик? Никого нет. Значит, будем мародерствовать. О. Так, надо запомнить, вот в этом квадратике находится броня. Во, лебедка. Что-то им не понравилось, что я гражданское здание уничтожил. О, дружбан едет. Радар у него какой-то хилый, не видит меня. У меня чё? А, у меня хеллфари кончились. Я думаю, что такое? Боеприпасы. Вот они тут недалеко есть. Так, тут я всех забрал, да? Так. Ну, продолжаем. Кстати, что тут насчет этих солдат? А, вон они где. Места установки бомб менялись. А, ты про свою эту упоротость? Там кто-то едет, ну, в принципе, наплевать. Правда, если честно, потом могу пожалеть. Полечу за каким-нибудь, за броней туда. И меня там встретят. Ну, ладно. Что будет, то будет. Так, горючее. О, оп. Есть, не успел выстрелить. Кто? А, вон ты в траве прячешься. Так, припас еще есть. Что тут, танки-то есть, самое главное? О, вот он на крыше, я в тот раз его убил. О, теперь норм. Во. Так, это сейчас опять скажет то, что я гражданское здание уничтожил, да? А, нет, это же аннигиляционное здание, ну, короче, которое аннигилируется. Да, это Jungle Strike. Тут все 4 уровня, это же Персидский залив. Все, быстро всех подобрали с новой лебедкой. Горючее, ну прям рядом. Стоп, а я на лендинг зону уже забрал, да, горючее? Стоп. А, вон на нижнем есть. Долечу? Да не вопрос. Наверное. Попробую. Ну, правда, если не получится, будет обидно. Двадцать, да не хватит. Я бы даже с 10, наверное, долетел бы. Сголодал за стрим. Так, ну все, к третьей тюрьме летим.
Добрый чатик там. Так, надо бойца своего спасти. Ой. Вижу, вижу. Тут есть что? Опа! Не ожидал. О! Этого можно было в заложники взять. Ну ладно, ничего страшного. Это же все равно был вражеский. Так. Ага, отлично просто. Так. Да, все-таки боеприпасы бы я взял, наверное, потому что там сейчас наверняка танк будет. Ну вот, можно, в принципе... О, нет! Ну что я сделал? О, печалька. Я хотел здание, ну, блин. Да, бывает такая. Только остальные боеприпасы вон как далеко. Мне придется с таким набором лететь туда. Промазал слегка, ну, как бы да. Не, ну чё, штурман не видит, что ли, куда надо стрелять? Я ему должен все подсказывать. О, горючее, это хорошо. Есть время здание поуничтожать. Еще заложник. У меня уже... А, нет, еще не полный бак. О. Я думал, он здание уничтожит. У меня один хеллфайр, ну ладно. Сейчас, заовним. Ну где ж боеприпасы-то? Ну должны быть же тут по-любому. Есть. Кто стреляет? Вон. Еще вышел. Свой корабль забомбить? А ни в какой. Вообще вот так садиться на корабль, это только в первой части. Ну то есть я имею в виду Desert Strike. Во-во-во-во-во. Он откуда вылез-то? Из здания, что ли? Горючее. Ну оно прям тут у меня валяется. Я вон то пониже, которое возьму. А, где? А, вот валяется. А, по-моему, что-то было, типа, с помощью какого-то бага не отключается оружие, когда здесь подлетаешь к этому кораблю. Ну, типа, ты его можешь обстрелять. Потому что так, когда ты подлетаешь, то он отключает тебе оружие. И, по-моему, был какой-то там, типа, баг или фича, ну, что, типа, оно не отключается. Но я точно не могу сказать. Но вроде что-то про такое слышал. А, Nuclear Strike это Sony PlayStation, у меня и не было этой игры. Так что не знаю. Могу опять же попробовать пройти, но боюсь будет как с одной игрой, которую я недавно проходил. Под названием Defender of the Future. Так, ну все, второе задание выполнено. Третье. Опять электростанция. На каждом уровне есть электростанция, но
Убить ее сложнее с каждым уровнем. Хотя нет, на этом уровне там, по-моему, одни только человечки стоят. Ну не знаю тоже. Ладно, лечу туда. Ну, в принципе, я после Desert Strike хочу пройти Jungle Strike и Urban Strike, а потом уже посмотрим, что там будет. Но это я буду проходить-то не прямо сейчас подряд, это так, я решил чуть-чуть отвлечься, а так-то я буду по-прежнему покемонов проходить. Тут что у нас? А, тут потом командир выбежит, да? Заспавнится. Все, тут только так, потому что там, который верхний, его тяжело убить. Нормально. Так, мне только патроны нужны. Где они тут далеко? Нет, не очень далеко. А, ну мне еще ракеты. Не, ладно, тогда пока оставлю. На химзавод полечу. Не, не хватит все равно мне. Боеприпасы. Ладно, полечу на химзавод, а там посмотрим, может получится. А, ну да, я не сказал, что это миссия надо сделать. Ну, химический завод, в котором химическое оружие создается. Нужно уничтожить эту фабрику. Завод, точнее, фабрика это там, где собирают. Это завод. Но мне в этом... Я чуть-чуть на Counter-Strike пытался посмотреть на Ютубе, но что-то мне не понравилось там, как все сделано. Ну, то есть, вот уже не та атмосфера, как-то все не так сделано. Какой-то графон нечеткий. Ну, в смысле, не то, что там квадрат или что-то, а он какой-то нечеткий, неочевидный какой-то. Все сливается. Ну, хотя, может быть, это даже реалистично, но все равно. А все, по-моему, мне хватило. Сейчас будем загрязнять окружающую среду. Ага, прилетел. Приехал, в смысле. Так, мне 4 надо всего лишь. Раз, два, три, 4. Не знаю, будет ли еще кто-то, потому что мне уже не хватит. А, вон лежит боеприпасы. Что-то это туплю. И уничтожаем само здание. Но здание, к сожалению, не уничтожится по какой-то причине. Да уничтожай. Все, дырку проделали, хватит завод обречен. Ой, горючее далеко. Ну, относительно, я не знаю. Хватит, нет. Не, вообще должно. Но опасно. Причем в тот раз точно так же было, я забыл. Только в тот раз, по-моему, дальше было лететь. Не, хватит, хватит. Восемь осталось. Кинцо сняли или нет даже? Ну, может, а поиграю. Потому что кинцо же это мейнстрим. Так, командиры. Идем захватывать. Надеюсь, я не убью на этот раз ни одного командира. Так, иди-ка сюда. Все, поймали командира. Он нам выдал местоположение одной из этих пусковых установок. Но пусковые установки мы пойдем потом бомбить. Вначале по командирам.
Ну, если только по пути попадется. На NC4 есть? Да не. Или ты прям точно сейчас посмотрел, что есть? Там же графон намного круче, чем в N64 поддерживается. Так, я понял, тут гранатометчик. Надо вначале взять командира, потом уже уничтожать гранатометчика. Вот так. Интересно. Так, у меня 6 людей, поэтому идем высаживаться. А, полетим вон на ту правую верхнюю лендинг зон, по пути уничтожим. Уничтожим, да, я не показал. Вот эти ракетные установки. С химическим оружием в данном случае. Вот. Где там лендинг зона-то? Вон она. И что, на N64 там нормальный графон? Такой же, как в PS1? Все. Это куда? Я уж думал, улетит. Так, где? О. Не, вот сколько расстояние до этого танка? Буквально там метров 100. Они не видели, что там стоит ракетная установка? Вынес на сам процесс, они в паузу. То есть на Nintendo еще и лучше все сделано? Nintendo версия. Интересно. Так, командира. Не, нужно брать он того, который самый нижний. Нет, ну размытый это ладно, что размытый. Просто на Nintendo 64 все же очень квадратное. Ну прям вот полтора полигона буквально. Я просто вспоминаю седьмую финалку. Это такая печалька. Да и вообще многие игры на Nintendo 64. О, какой-то. Подъехал тут. Не, надо нижнюю тогда уничтожать, потому что она далеко. Так, ты где тут стоишь? Естественно, они же не станут запускать ракетную установку, пока к ней не подлетит вражеский вертолет. Ну, для них вражеский. А вот когда подлетел, тогда надо уже кнопку жать. Все же логично. Так, где там эти командиры еще? Ага, вон там три. А боеприпасы. Ну. Такой вот он. Век графона. Ну, возьму вот там в городе. Тогда боеприпасы. И тогда и как раз таки командиром полечу. А горючее что у меня? 46. Ну там вроде если что недалеко есть, да. Можно не волноваться. Где там город-то этот? Ну вот. Тот, который меня поджидал, все-таки я его потратил. А, где боеприпасы тут должны валяться? Топлива нет. Это кто еще там стреляет? Ты что тут забыл? Так, да где патроны-то? Ну, все ясно. Ага, командир, давай, где-то я к тебе иду. Кто тебя охраняет на этот раз? Всего-то? Готов. Так, и как раз-таки... Не, не успеем, горючего мало. Вот того командира и ракетную установку верхнюю не успеем уничтожить. Мало горючего придется взять.
А, во, возьму, которая сверху там. Это электростанция, там, да, вроде была. Он покататься приехал. Что я взял? А, ну ладно, мне, в принципе, надо. Так. Где там командир? Все. Начали ракетную установку. Теперь командир. Главное, пока не нарваться на эти тюрьму, на эту. Нет, это надо все-таки уничтожить. И, кстати, так удачно стояли баки с топливом под вышкой. О, ну нам прям все по пути, прям по прямой линии, можно сказать. Не буду брать. У меня хеллфайров 7 штук. Слишком расточительно. Где? Кто охраняет? Ты все? Да это смешно. Какой-то очень неважный командир. Вот там, где танк охранял ЗСУ, я понимаю. Уже что-то. А тут кто, тоже танк? Эй-эй-эй, я ударился! Нет! Блин! Ну ничего страшного, в тот раз я тоже одну не уничтожил, потому что я вообще не нашел. Ну тут одна влетела. Ну подумаешь, в каком-то город будет... Типа это, Ракун Сити. После этого химического оружия. Я просто, ну, если не, было не очень понятно, я ударился об эту установку, и меня развернуло, я управление потерял. Если не заметил, что не залил, то где-то часть 6. Как не залил? Подожди, ну и последняя же у тебя есть вроде там. Ты, по-моему, может быть, я просто номер неправильно набрал, но помнишь, я тебе даже уже скидывал описание, это же была последняя часть. О, кстати, там наш чувак бегает. Так, а мне боеприпасов-то да хватит, в принципе. Не, ну ракету упустил, это, конечно, фейл, честно. Ну, как же без фейлов-то? Вот каким образом я уничтожил палаточный городок под этой зениткой, а она осталась целая? Вот это бред, конечно. Ну не знаю, я же тебе, помнишь, скидывал, я же смотрел, по-моему, по Ютубу. И там же это было явно то, что ты последнее делал. Ладно, где у нас высадка? А, горючее. Ладно, придется, наверное, взять, потому что я потом могу не долететь. Или вон то справа взять. А, пойду вон то тогда справа возьму. Хотя не, мне же еще точно, мне же еще понадобится. Вот там есть близко. Ладно, все, лечу направо. Нормально. Да, следующее задание. Лагерь. А, ну, в общем, военнопленные. 14 солдат наших. Ну, в смысле, американских. Ну вот. Нужно их спасти, вызволить. То есть ты неправильно посчитал, что ли, или что?
Джой. Ну. Так, беру патроны, ну, в смысле, боеприпасы. И лечу к солдатам. И там возьму горючее, потому что оно там есть. Да. И тут еще надо радар... О, я вспомнил, тут надо по пути радар уничтожить, а то там слишком больно будет. А, вот еще боеприпасы. Тут горючего нет случайно? О. Броня. Нет, 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 дайте мне... Ладно, сейчас пойду вначале возьму горючее, потом надо найти радар. Стоп, или это было на третьем уровне? Что-то я уже запутался. Не, или нет, мне кажется, это тут было. Ну ладно, сейчас попробую. Если они слишком жесткие, то значит пойду искать радар. А вот еще горючее, класс. А, не, норм, это значит не на этом уровне. Все? Тут сейчас еще понаедут. Так, ты кто? После каждого освобождения будет приезжать ЗСУ. Так, где танк? Так, у меня еще два человека поместится. Ну ладно, придется еще потом двоим погулять. Да, эти видосы вообще крутые. Эти ставки мне всегда очень нравились. Джангл страйк их тоже полно. Ну не полно, но есть. И вообще, и даже когда вот сюжетные какие-то эти ролики, ну, там, где диалоги, все тоже очень так красиво сделано. Не то, что в финалке Пека. Где там это, глаза во все лицо. Так, ну, в принципе, я думаю, пока мне ничего не надо. Не, FF это круто. Ну вот в Лунаре там был графон получше, но правда она была и на приставке-то все-таки другой уже. Так, а у меня... А, 6 хеллфайров, норм. Ну где ты? Где? Странно. Что ты бегаешь-то? Я тебя и так вижу. Не, танк должен быть. Типа хочет из-под тяжка напасть, да? Ага. А сколько он брони-то? А, еще нормально брони. Ой, я хеллфайр случайно выкинул. Так, мест нету, а танк есть. Опять нету. Ну ладно, ладно. Не, надо горючее взять.
А, там возьму на посадке минуты. Но на этом уровне я ни разу не упал. Ну и думаю, вряд ли сейчас упаду. Потому что всего достаточно, горючего достаточно, броня сейчас полная. Боеприпасы есть. Ну, сейчас надо их только взять. Хотя мне и так хватит, там, по-моему, один танк только остался. Или два. В любом случае хватит. Вообще это странно, вот пишет миссия выполнена. А, не, все правильно, да. А я думал, типа, не, просто в некоторых миссиях можно не всех людей взять. И это выглядит так странно. Ну, то есть, вот, типа, иди там, вот, спаси этих людей, они там в заложниках сидят, и там их 10 человек. Ну, типа, если спас 8, ну, в принципе, можешь улетать. Норм так. Не, ну я понимаю, если там погибли случайно там, ну да, но просто когда они еще живы и можно их бросить, ну это довольно странно. А такое у меня было. И вообще это так глупо тоже, опять же, смотрится, вот у вертолета топлива нету, зачем взлетать? Просто взлетать, чтобы сразу упасть. Вот видишь, оружие выкал, и все, я не могу стрелять. Что, второй уровень пройден? Посмотрим, какие у нас плохие новости. Ракета запущена, 30 тысяч сняли. Гражданин уничтожен. Гражданское здание уничтожено. Солдат сбежал. Не, ну вот ракета упущена, 30 тысяч сняли. Итак, третий уровень. Итак, мне нужно спасти инспекторов ООН, которых там прижали. Они проверяли, типа, инспекторы на фабрике Медмана были. Ну что, полетели вызволять. Да, вот это как бы случайность, типа, считается, что мы его встретили. На самом деле там кое-что, ну, типа, no spoilers и так далее, вдруг никто не видел эту игру. Никогда не спойлерю в любой игре, даже если Соника буду проходить, все равно не буду спойлерить. Так, кто еще? Ты? Что такой крепкий? Что у тебя там за бронежилет? Да что ты не берешься? Почему-то они сами не бегут под лестницу. Вот я должен прям четко попасть. Они стоят тут вот просто стали, как вкопанные. Или наоборот, даже бегают. И... Ну, в общем, блин. Как-то это не очень. Не, конечно, претензий много к игре есть, по всем трем частям, но, тем не менее, это не делает игру менее хорошей. Это уничтожаю, чтобы не врезаться. А они все равно остаются. А, да, большое здание можно бомбануть, но надо очень много патронов потратить. Вроде бы можно.
В некоторых частях можно, в некоторых нет, я не помню. Некоторые здания можно, некоторые нет. В общем, по-разному. Но вроде бы вот эти можно. Лебедку сразу возьмем. Ну, если хватит топлива, патронов, то, в принципе, пожалуйста. Потому что мне-то Яо, там, эти очков сколько стимут, это вообще без разницы. Так, посадка. А где у нас горючая? О, пока не будем брать. Чё? Я помню, там бензовоз стоит возле второго задания. Вот там я и возьму. Грабить караваны. Почему они не могут сразу толпой выйти? Так, второе задание. Еще одна биофабрика Мэдмена. Нужно ее разбомбить. Там, по-моему, 6 или 8 зданий. Несмотря на то, что отображается 4. Это просто, чтобы не было нагромождения на карте. Так сделали, вероятно. Так, сразу пойдем бензовоз найдем. Где он тут? Ну, можно вот это пока разбомбить. Я шла-шла, бензовоз нашла. 18. Ну, еще может что-нибудь успею разрушить. Надо же экономить. Да, бензовоз это вообще ржать. Так. Боеприпасы бы уже не помешали бы, если честно. Зря только израсходовал гидры. Ой, у меня по нулям. Не, надо брать. Сейчас кто-нибудь приедет. Интересно, там охраняются эти боеприпасы? По-моему, нет. Ну, почти. Почти. Так, что тут еще у нас? Кстати, да, вот видишь, вот эти здания, например, не уничтожаются полностью, а только дырка образовывается. Да, ну конечно, есть, которые не охраняются. Что, никогда не видел, что ли? Даже уже были, попадались. Броня уже так себе, дырявенькая. Но я думаю... Можно рискнуть, потому что тут, по-моему, почти что никого больше нет. Ну, может, какой-нибудь еще один этот вот серый... Не помню, как он называется. Одно здание осталось. А, больше нет мест? И это еще не последнее здание? Печалька. Ну что, лечу на лендинг зон. В принципе, это же не свои солдаты, это ученые. Я думаю, в принципе, можно их и не уничтожать, не брать. Кто как думает. То есть я могу слетать и все собрать. Но, в принципе, это не обязательно. Это как бы вражеские ученые. Мы их собирали только, чтобы информацию вытащить. Информацию мы вытащили.
Нужно ли идти бомбить? Да, там не прорисовалась вовремя текстурка дырки. Такое бывает. Чё, ну, подземные ракетные шахты тогда. Ну, пойду бомбить. А, боеприпасы. Просто джеки починили. Что-то мне кажется, что мне не хватит боеприпасов. Ну ладно, посмотрим. Там потому что ЗСУ по-любому будет охранять. Ладно, попробую. А, у меня три гидры туда хеллфайерами. А, не, тут же можно... Вот, ракету главное. Все остальное можно пульками. Крепкая шахта. А, вот он мне оставил тут. Спасибо. Ай, ты мне уже не нужен. Горючая. Ну, да не, успею, наверное, слетать ту точку, разбомбить. Потом уже с горючим. Тут я танк один убил, или это не в этой точке, а в следующей? Познакомиться хотел. Вот такой вот я социопат, не знакомлюсь с танчиками. А, у меня ноль людей. Ладно. Пойду тебя бомбить. Я думаю, мне хватит топлива, чтобы обе разбомбить и еще там куда-то успеть полететь. Причем тут-то уже сидят кое-кто. М4-8. Тут уже ребята посерьезней. И у меня брони 480. Так, правильно ли что? Да. Ну, в принципе, норм. Ну, я не знаю. Вертолет с гусеницами. Так, ну главное, я эту шахту уничтожил, а остальное уже тут ерунда какая-нибудь будет. Ну, да, типа такой. А тут может быть даже топливо, не знаю, посмотрим. Да ладно, еще один. 205 брони оставили. Это не очень. Это не очень. Беру боеприпас. А, ну вот же броня. Чё я туплю? Надо... Я сейчас полечу не на точку, а вот наверх там, потому что можно найти что-нибудь, подготовить себе топливо, боеприпасы. Потому что там танки. И нужно сейчас зачистить, чтобы потом можно было уже не волноваться. Так.
Вот что. Отлично. Что тут еще у нас? Вообще круто. Запомни, где тут броня есть. И мы даже этого не очень убили. Ну вот, все как хорошо сложилось. Пойдем М4-8 следующего потратим. Вроде последний на этом уровне. Ой. Хорошо, что шахта изначально закрыта. Могу спокойно этих уничтожить и потом уже заниматься шахтой. Так, у меня два Hellfire, нормально, мне одного даже хватит. А, здесь патроны, отлично. Тут. Все, главное, ракета не улетела. Ну какой миссия выполнена? Там еще одна шахта осталась. Это что, вообще не важно? Стоп, тут есть топливо? Нет, сразу говорю. Вон оно, отлично. Я ж помню, тут вроде было. О, да, ну... Ну ладно, только что взял жизнь. Я просто не хотел взорвать жизнь, поэтому... Ну, по сути, у меня 3 жизни было, 3 жизни осталось. Ладно. Последнюю шахту надо тоже... обезвредить все-таки. Одно дело ученых не захватить, другое дело не обезвредить шахту. Это довольно-таки неприятно. Так, нет, никакие вот эти чужие зоны я пока залетать не буду. Потому что там не очень. Он мне 200 снес одной ракетой. Прикольно. Притом у него самого там, наверное, брони там 1003, не меньше. Ну чё, мне всего лишь 80 они сняли. Вот я не мог его убить, пока не убил шахту, потому что автонаводка. Поэтому пришлось тратить все, что есть. Реакция сработала. Кстати, можно взять. Почему нет? Так, а топливо? Ой, не, еще полно. Итак, следующее, пропавшие пилоты. Да, надо не зафейлить на них, как в тот раз. Хотел убить Хилку. Ну, да. Что ж теперь поделаешь. Ну что, летим спасать пилотов. А где у нас горючее? Ладно, полечу вначале к верхнему. Потом уже разберемся. Патроны. А сколько их тут вообще много вокруг? Не, лучше тогда не буду брать. Вон опять там дырка была исчезнувшая.
Так, тут вроде лодки должны быть. Где вы? Спасибо, что вытащили меня. Я узнал, что охрана яхты Мэдмена ослабнет, если вывести из строя подстанцию. Интересно, как это связано? У него что, проводная лодка? Ну ладно, не будем об этом. Да, у меня один Hellfire и 19 гидр, я думаю, мне может не хватить, но я думаю, все-таки рискну. Потому что горючее не бесконечно летать туда-сюда. Все, хватило. Но я этого последнего еще спасу тоже. А, вон там боеприпасы рядом. Хотя нет, я возьму дальние. Как раз там горючее. Потому что мне еще лодку эту Мэдмена убивать. Возможно, понадобятся боеприпасы. Wi-Fi законнектен, пропадет. Ну да. Точно. Как же я мог это не учесть? Ты там что стоишь? Так, ну топливо я по-любому беру. Или хватит. Чё, рискнуть? Да рискну. Хотя, нет, тут в принципе сейчас недостатка вроде я не вижу. Вон, полно точек. Ладно, возьму, пожалуй. Просто нужно побыстрее все будет делать. Так, броня не нужна мне. Да. Хотя бы упоротая логика всегда есть, согласен. Ну вот, я всех троих спас на этот раз. А, мне же сейчас не к Мэдману, мне нужно к электростанции. Ну прям так и полетели, чё. А, хотя тут где посадка? Сейчас высадим, броню пополним как раз. Ну ладно, сегодня не пристрелил. Так, электростанция. Ну, такая же электростанция, как и на первом и на втором уровне, в общем-то. Обслуживает бункер посла и окружающую его линию обороны. Причем тут это яхта Мэдмена. Ну ладно. Не, а Мэдмен-то читер вообще, ну. Если кто смотрел первый стрим, видел, что его убить нельзя. Вот он там будет на лодке убегать на своей моторной. И убить его там нельзя. Тупо год мод. Ну, это объясняется типа тем, что на мне, когда его убивать, там же людей надо спасать, которые тонут. А может, я хочу пожертвовать этими людьми, лишь бы там не развязывать мировую войну. Ну, как это по сюжету? Нет. Все равно. И люди утонут, и этого я не спасу, не убью. Так, ну, ничего не буду брать здесь, в принципе. Вот яхта Мэдмана. А вот боеприпасы бы мне придется взять. А, ну как раз возьму-то я на побережье. Наверное, да. Возьму на побережье припасы. А, вот это кто? Уже никто. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, только мне, знаешь, сколько очков снимут?
Довольно-таки дофига. Ну, в принципе, это... Ладно, это Ява. Ну, вообще, то здание взрывается не очень круто. Вот Jungle Strike здание взрывается вообще классно, мне нравится. Звук и вся анимация так клевенько сделана. Тук-тук, открываем Эдмон. Да, Эдмон сбежал. Но я, к сожалению, ничем не могу помочь. Скрипты такие, скрипты. Да и умри. Да ты вообще обалдел. О! Вот это я слоупок. А причем люди все живы, которых я взял. Ну ладно, главное, люди живы. Не, ну блин, ну... Короче, крабы мне в чат. Я слишком увлекся тем, что людей брал. Как-то забил, что он дофига тратит меня. Легко. Но это уже чересчур. Но всего лишь один раз упал на этом уровне. А, два. Ну ладно, не важно. Так, где там яхта? О, еще один появился. Один. Зато я всех людей спас до одного. Вроде. Нет, один утонул. Ну так я же компенсировал. Жизнь взял, жизнь отдал. Круговорот жизни в природе. Так, людей я высаживать не буду, пусть со мной летают. Они у меня такая живая броня. Потому что я их высажу и получу броню, а сейчас у меня она почти полная. Итак, седьмое задание, вражеский посол. Которого я в тот раз убил. Это вообще кошмар. А, и вот именно на этой миссии мне нужно радар уничтожить вначале. Вот, я вспомнил. Из-за этого я закрабил в тот раз, потому что они очень сильные были. Мне нужно радар уничтожить. Мелкие там где-то валяются. Да, 11 только я спас яхты. Ну не, ну челлендж это уже чересчур. Не, ну в принципе можно теоретически, но... Не знаю. Как-то не очень. Что-то ты стоишь, мне не нравится. Да, кстати, мне боеприпасы нужны. Ой, что-то мало боеприпасов, всего 3 штуки. Даже не знаю. Не буду я пока эти брать. Вообще, вот там вот где вот эти раз, вот 5 клеток, да, там еще куча всего. Но там есть места, где очень больно. Поэтому я туда полечу, наверное, позже чуть-чуть. Хотя... В самых левых, по-моему, там даже и не больно. Ну-ка, сейчас посмотрим. Где-нибудь вот здесь. Должно быть терпимо вроде. Вообще никого нет. Вот. Вот.
Ой-ой-ой, там что-то нехорошее меня стреляет. 180 меня оставил. Ну ладно, полетели сажать. Горючее заканчивается. А я тут брал на посадке? Да, брал. Не, чувствую, такими темпами четвертый уровень, это я вообще буду щелк-щелк клешнями. Потому что там просто вообще. Чё, лечу-то наверх, я думаю, успею собрать. Ну нет, ты пока не пиши, но как бы... Нет, ты можешь написать, но не отправляй. Раньше времени. Так, у нас сейчас вот эта миссия, да. А, да, радар, радар, радар обязательно. Иначе мне просто будет закраблено там. Все, они днище теперь. А, тут, кстати, и боеприпасы были. Так, но в пекло все равно лезть не надо. Потому что днище днищами, но тут их много. Довольно-таки вроде как. Ну, по крайней мере, танк он тут суров. И вот это вот особенно. Отлично. Вообще круто. Да. Так, один Hellfire остался. Ну, сюда. Отлично, броня. Тут прям все есть, полный комплект. Не, ну тот чел сидит в центральном здании, это понятно. А тут кто, гранатометчик опять будет сидеть? Затравлено. 205 брони, беру. Все, давай, иди сюда. Из-за тебя в тот раз пришлось выключать. Конец-то. И вот она, эта миссия. О, ну ладно. Американское консульство в осаде. Спасти 12 консулов, осажденных террористами в здании консульства, и доставь их в лагерь на юго-западе. В общем, эта миссия называется «Запроводи автобус». И сопровождать его нужно, естественно, через пекло. А, так. Сейчас пойдем по этим центральным квадратикам, прям слева направо, зачищая, чтобы у нас был доступ к боеприпасам, горючему, там, танкам и прочему. Кстати, эта миссия показывает? Это даже миссия точка не показывается на карте. Ну это вообще позор. Где я должен ее искать? Не, ну я-то знаю, но... Так, приехали. Смотрим. Да, все. Потихонечку. Горючее у нас есть. Главное сейчас, что внезапно кто-нибудь стрелять меня не начал где-нибудь сбоку. Так. Отлично.
Отлично. Так, вот тут уже интересно начинается. Нет, я возьму не это, а все-таки дальнее. Где она? Вот она. Лол. 8 оставалось. А это что? Понятно. Ничего. Броня. Запомнили, что броня лежит. Так, еще два Hellfire надо израсходовать. Триста брони. Ну, броню по-любому беру сразу. В принципе, можно уже не запоминать, что она тут была. И боеприпасы где-то тут валялись. Ну, в общем-то, уже почти прилетели. Ну, вот она. О, там какие прикольные. О! Бензовоз 2. Да куда? Ты же не туда стреляешь. Ой, лол. Я только что чуть не закрабил вообще всю миссию. Так, нижние боеприпасы возьму. Если бы я автобус уничтожил, и была бы печалька. Да-да. Блин, а у него, наверное, это... То есть у него сейчас как бы здоровье пониженное, по сути. Походу. Броню негде взять. Один человек у меня только. Блин, собьют же меня сейчас, ну... А что и поделать? Посольство на карте все равно не отображается. Почему? На самом деле, по-моему, будет отображаться автобус на карте, но написано-то посольство, 8. Посольство, и не отображается на карте. А, боеприпасы я взял, все, горючее надо взять. Вон то дальнее. Ну вот это, в принципе, возьму, наверное. Думаю, мне достаточно будет. Ну погнали. Порешал. Я ударился в конце прям, и оно уже по скрипту село. Да лол, да ты гонишь что ли? Так. А где была, где-то была же броня, которую я не взял, или не было? Ну пойду хоть одного человека высажу, ну. Потому что это... Пока я улетел, как бы из виду, автобус потерял, он не движется, ну так что там ничего страшного не происходит сейчас. Не-не, не гамовер. Тем более у меня еще там жизни же есть, в принципе. С
Что я сейчас только что сделал? Ладно, неважно. И мне за него всего дали 100? Ну, гамовер. Не знаю, гамовер, не гамовер. Ну, возможно, да, упаду. Ну ладно. О боже. Я себе 10 еще брони снял. Not bad. Где этот вертолет? А, он там. Ну, вертолет-то я снял. Но у меня опять 60 осталось. Все, высаживать всех из посольства. Не, ну я не знаю, но я по-любому упаду, но что мне делать? Людей. Тут же негде людей взять. Нет даже такого пункта. В итоге. В итоге. А, вот! Есть идея. Ученых взять. Точно. Я же там ученых не дособрал. Потому что падать мне совсем не хочется. Так, где они там? Надеюсь, меня там не собьют. Там же вроде я зачистил уже. Вроде как. Тут где-то один должен просто так бегать, по-моему. Нет? Я вроде же одного не взял, мне места не хватило. Ну ладно, хотя бы. Во-во-во-во. Что? Ой. Штурман в автобусе. Честно, я первый раз эту надпись видел, вижу. Я не знал, что это. Что так тут есть такой скрипт. Вообще не знал. Ну тогда потрачено. Одна жизнь, считай, что уже. Да, это провал. Хотя, по-моему, я сейчас штурмана подберу. Если подберу, то все равно слетает это к ученым. По идее, штурман-то сейчас выйдет, он же не поедет в автобусе. Или поедет. Мне нужно заборчик этот уничтожить. Нет. Похоже, штурман водила. Так, топливо. Зачем мне топливо, если сейчас упаду, у меня будет полный бак. Ну да, я уже понял. Вон, уже стоит, вот откуда? Откуда? Так. Кто? Мне даже этот пульками может бить сейчас любой чувак. У меня же штурмана нет, кто стреляет? Пилот же, по-моему, не может... Нет, не, пилот может стрелять. Так. Еще бы в здание не врезаться. Да нет, это цветочки. Сейчас мне. Я не думаю, что я у меня получится. Так. 50 осталось. От, кстати, от. О! Здорово! Как мне его там подбить?
Я не в автобус ли стреляю? Я не могу. Это что такое? Это что такое тут лежит? Ох. Печалька. Здорово. Мне даже сказать нечего. Были бы руки свободны, я бы уже ладони себе лицо разбил. А это что такое? Два фейспалма в чат. Так, мне боеприпасы нужны. Да, надо запоминать, где лежит броня. Не, вот в следующих частях там уже показывают на карте индикатором, где лежит броня. А в этой вот такая подстава. Что там горючее? Нет, еще не нужно. А, кстати, мне точкой даже автобус не показывает. Для чего это пункт посольства? А где автобус-то искать? Где-то тут, по-моему, он. Вон он. Так, ну и чего? Ну, ты едешь? Повернул куда-то, что ли? Ну это что такое? Ну, я должен разбомбить машину, чтобы... Ну, короче, поняли. Так. Это он тоже не объедет, ни в коем случае. Это же невозможно. О, не прикольно. Блин, не прикольно. Ой. Не, мне надо третий уровень пройти. А это что такое тут еще лежит? Три брони на карте валялось просто. Ну ладно, одна была в здании, две просто так валялось. Тем более одна на этой электростанции, то есть ей это место легко запомнить. Ну, блин. В общем, не очень получился такой забег, залет. Да, брони везде навалом просто. А, я должен это уничтожить. По-моему, все. Или нет, еще что-нибудь будет. Не, все. Полетели штурмы. В общем, они сами уже выйдут. А, ты там охраняешь? Ну что, разбомбить здание, говоришь? Давай, какое тебе больше нравится? Кстати, вообще плохая идея. Ну ладно.
Какой? Давай вот это, желтое, да? Ну, это достаточно большое, я думаю. А чего оно с одного удара уничтожилось? Ну, это какое-то не очень, подожди. Не, в них дырки только проявляют, получается. Я засмотрелся немножко не на экран. В общем, в них дырки. В этой части. А в других частях там, бывает, можно уничтожить. Ну, не торт, но с другой стороны, согласись, это реалистичнее все-таки, чем если бы здание разрушилось от попадания, ну, этих с вертолета, ракет. Не, ну, конечно, если она какое-то старое дряхло, она может обсыпаться, но все-таки маловероятно. Это же не подрыв там здания. Как бы не бомба. К тому же я расстреляю не на первый... Я понимаю, если там на первый этаж стрелять, там, да. Ну чё, третий пройден. У меня одна жизнь. Что я буду делать на четвертом уровне с одной жизнью, это удаляй. Просто сразу. Посмотрим, какие плохие новости у нас. Ну, за здание точно снимут много. Заложник утонул, гражданин уничтожен. Чего я не заметил, здания там были или нет? Или это и было гражданин уничтожен, имелось в виду типа гражданские постройки, что ли? В секретном бункере Мэдмана. Теперь я читаю сюжет, потому что я это не читал еще. Этот вертолет истребляет мои войска. Может, нам стоит сдаться? У меня есть еще кое-что особенное, я сделаю все сам. Генерал, вы хотите использовать бомбардировщик? Да, я изменю историю, у нас нет обратного пути. Посол рассказал нам, где находятся фабрики по производству ядерного оружия и президентский дворец. Ты должен остановить производство боеголовок и предотвратить их погрузку на бомбардировщик. Но сначала защити нефтяные поля и не дай нефти вылиться в залив. Итак, вот твоя миссия. Защити поля, не дай вылиться нефти. Остальные задания ты получишь, как только у нас появится новая информация. Да, это один из тех уровней, в котором миссии вопросиками. Итак, здесь есть кротал. Вот эти мобильные ракетные установки с броней 250 и мощностью 150. Понадобится несколько Hellfire, чтобы уничтожить эту установку. Ее ракеты очень опасны, но летают достаточно медленно. И вот это... А, у меня, кстати, 3 жизни. Похоже, на каждом уровне 3 жизни дают. Вот это вот то, чего горит постоянно. Просто кошмар. АТБ, персональный транспорт Мэдмана. Броня 300. Используется Мэдменом для охраны своего дворца. Их невозможно уничтожить, поэтому не трать на них боеприпасы. Классно, да? Прям открыто пишет то, что есть транспорт, который невозможно уничтожить. С вертолета. Визу, привет. Ну и вот, в общем-то. Первое. Команда защитят ценные нефтяные поля. Команда из 6 команд спрячется в бункере в дюнах. Отвези их к нефтяным полям, но сначала зачисти территорию. Вот такая карта. Итак, посмотрим, кто там. Кроталов там нету, АТБ там нету. Ну и отлично. Но там есть куча всего другого. Ну, в общем, это уже сейчас мы увидим по ходу дела. Фух, полетели. Ну, 3 жизни, не знаю. Может быть, хватит, но что-то я сомневаюсь, честно. С первой попытки. Ну, в общем, это я немножко заспойлерил. Это вторая миссия, ну ладно. Тоже понадобится. Нужно предотвратить утечку нефти. Ну, просто попалось, раз уж. С
Смотри, как надо трубы заворачивать, трубочку. Меня это всегда радовало. Так, ЗСУ. Причем я вначале почему-то, когда первый раз играл, почему-то подумал, что мне нужно уничтожить эти цистерны. Но наоборот, мне нужно сделать так, чтобы их танки не уничтожили. Иначе будет потрачено. По-моему, у меня уже по броне там 195. Что ж так быстро-то? Надо взять. Где-то тут же была, да? Вон там точка. Точками, по-моему, танки обозначаются. Главное не стоять на линии между танком и... То есть, чтобы на... Да, между танком и мной, чтобы не было цистерны. Иначе танк начнет стрелять в цистерну и... Ну, я думаю, понятно. Return to base. Точнее, to фрегат. Ой. Я трубу уничтожил. Но тут нужно определенное количество уничтожить, чтобы было все плохо. О, это мне понадобится. У меня 16 гидр только. Да ты кто? Ну... Ну пока что еще квоту не нарушил. Так, боеприпасы справа. Ну что-то мне подсказывает, что они там не просто так лежат. Давай проверим. А, не, просто так это посадочная зона, ладно. Ну вот, первая миссия меня уже, в общем-то, практически унижает. Так, вначале танки уничтожить, потом уже сюда. Только не в цистерну. Уже 190 брони осталось. Не, не хватит три жизни. Не хватит три жизни. Это всего лишь танки. Это не вот те, как их там... Это еще не кроталы. Это просто танки. Ну, хоть этого нормально убил без повреждений. Чё-то не садишься? Чё-то не помню. Или тут нужно пострелять? Нет? А чё нужно сделать-то? Прячется в бункере в дюнах? Стоп, а где этот искать бункер? Чё-то я не помню. Типа, ищи где хочешь? Я раньше помнил, но сейчас не помню. Где-то тут, наверное. Да ну, это... Какая-то ерунда. Так, горючее. Да. Что-то я не помню, где их искать. Да что такое? По-моему, уже пилот упоролся. 30 брони. Ну, по-моему, это круто. Стоп, а это что тут было? А, не, показалось. Не, не, что должен вот так что ли искать?
Ну, как-то по-любому выделяется, наверное. А, понятно. Чуть не застрелил. Ой, выбежали сразу. Но это мне броню дали, можно сказать. Если, конечно, я долечу до посадочной зоны. А, она вон тут рядом. Надеюсь, она безопасна. Ты что, садиться-то не хочешь? А, их потому что надо всех туда обязательно высадить. А, броню мне дадут за это. Как жалко, что сегодня на стриме не будет последней миссии, потому что я до нее не дойду. А то, что там сейчас только что сверху промелькнуло, это потом. Это другая миссия. Ну хотя бы первую выполнил, это уже достижение. Да, броню мне дают. Ну ладно, отлично. Итак, вторая миссия. Сохрани экосистему залива от нефти. Останови нефть, вытекающую в залив. Точным выстрелом попади в трубу, чтобы перекрыть ее. Ну, в общем-то, я одну уже перекрыл. Да. И идем остальные перекрывать. Патроны есть. Кто там, танки опять охраняют или кто? Да, вы не очень. Да не в того хотел попасть. Ой, меня вот это всегда раздражало, вот это попасть надо. Ну, о. Один Hellfire и 40 гитер, да не, хватит. А вот горючее. А, там есть. Ну ладно, да, поехали. Вообще, как бы, ну опять же, такая придирка, конечно, но почему фрегат уплывает так далеко? Почему нельзя фрегат, чтобы там плавал и на нем было, скажем, бесконечные боеприпасы и топливо? Ну или хотя бы там штук 10, да? Ну, в общем, как реалистично. То есть я могу вернуться и дозаправиться, да? Почему нет? Ну да, брони они мне так сняли немножко. Что за фейлина? Не, ну как бы меня же не сбили, я же топливо не разбомбил. Бомбоубежище. Броня 200. Охраняется танками. Мирных жителей держат в подземных бункерах. Зачисти территорию и спаси как минимум 15 горожан. Вот это те бункеры, которые мне повстречались. А, так, а где у нас боеприпасы? А, ну вон тут рядом есть. Берем это и берем боеприпасы. И идем бомбить. И там самый такой неприятный прикол в том, что вначале уничтожается дюна, а потом танк. Это самое плохое. Вот сейчас, только сейчас танк я могу уничтожить. После того, как он раскопался. Ну, что я могу сказать?
потрачено, скорее всего. Попробуй сейчас его облететь, конечно. Получилось. На волоске постоянно от фейла. Вот почему они убегают так не очень? Вот, 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 вот. Все. Блин, Клэзенес, привет, да, будут. Но, правда, не подряд стримы будут идти. Это я как бы разбавляю. В основном я там стримлю другую игру. А так вообще будут, да. Так, второй бункер у нас будет самый нижний, наверное. Посмотрим, что у нас там. Так, боеприпасы там лежат. Горючее в городе, но в городе там опасно, так что придется прилететь через город. Наверное. Хотя ладно, горючего, я думаю, мне должно хватить. А где у нас посадка, если что, еще есть? А, ну он как раз таки где горючее. Угу. Ладно, думаю, понадеюсь, что мне хватит. В том числе боеприпасов. Надо просто, как бы, облетать танки в лоб, это вообще не катит. Никак. На этом уровне такое не прокатывает. Так, уже достаточно опустился. Надо как-то по одному, что ли, пытаться их выманить. Ну, выманить в смысле, это, конечно, в переносном смысле, потому что они на месте стоят. Нет, нет, нет. Уйди, 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 уйди. Так. Но он прям сюда смотрит. А, он один, да лол. Так, он сейчас смотрит наверх, по идее. Но он мне уже снял прилично брони, но в принципе у меня там, я же сейчас возьму людей. Все, надо быстрее бункер бомбить. Да быстрей, там топливо заканчивается. Все, так, ух, нет, придется ближнее брать. Не знаю, собьют меня, не собьют без боеприпасов. Рискну. Потому что до того я в облет не долечу, это 100%. Ну давай. Это я, давай, это я тор тебе, то, что ты перезагружаешь. У меня даже не... Если там кто-то будет, мне нечему будет тупо подстрелить. Просто на удачу. Ой, лол. Там не очень такой ездит. Повезло. Что так сдохнешь? Нет, как видишь... Пока везет. Так, следующее бомбоубежище прям рядом. Но мне боеприпасы нужны. А они очень далеко. Да. Даже не знаю. Ну, придется лететь за ними вниз. За 4 рил, да не, это норм тактика.
далековато, конечно, лететь. Потрачу, наверное, полбака. Ну что делать? С этим, с пулеметом, я думаю, я танки не завалю. Плюшками отвлек ракетницу? Какими еще плюшками? Восемьдесят шесть осталось бака, но пока обратно долечу, уже полбака будет. Ох, как я задел-то? Еще, конечно, меня довольно-таки прикалывает, ну, не то, что прикалывает, ой, ну, как бы, ну, есть режим, в общем, этот, без инерции. И вот, то есть там такое управление деревянное. Но он упрощает, конечно, игру заметно. А тут они не закопаны, это плюс. Эх, ты ж все-таки попал. Ну какая разница, я людей сейчас высажу, будет все норм. Лучше бы патроны, наоборот, экономил. Крепкий бункер. Но его можно с пулемета разбомбить. То есть металл толстый, но не крепкий. Я его потихоньку крошу, крошу. Все, 4 человека есть. Посадка тут прям рядом. Так, горючего 50. А, там есть горючее. И боеприпасы там, если что, тоже недалеко. Правда, наверняка они защищаются. А, они не просто защищаются. Я помню, что там. Туда лучше вообще не соваться. Так что надо аккуратненько облететь все, чтобы никуда не залететь в лишнее место. Ну, в смысле, которое меня сейчас не просят. А то будет... Бобо. Вот так как-то. Что там у нас танки? Вон, все-таки чуть зашел. Хотя вон какое расстояние довольно-таки еще большое было. Почти чисто, 60 только сняли. Да куда вы разбегаетесь? Вставайте на месте. Бомбанти топливо? Не, спасибо. Мне как раз его надо брать. Итак, следующая миссия. Вот. Взорви только грузовики, перевозящие части бомб. Мэдман перевозит части ядерного оружия в мусорных контейнерах. Будь внимателен, не расстреливай грузовики, перевозящие мусор, в них заложники. Я помню, когда первый раз эту игру проходил, английский я не знал, а картридж был, конечно, на английском. Я вообще вначале не обратил внимания на надписи Target и Decoy. И уничтожал все подряд грузовики. Но, конечно же, миссия была провалена. Потом уже догадался эти надписи там в словаре найти, там перевести, и вот уже догадался. А, еще типа вопросиками. Ну, на самом деле, мы их уже видели, когда я брал топливо, то боеприпасы. Нет, боеприпасы мне там же в городе придется искать, потому что, ну,
как бы там справа это обманчиво, что они там типа лежат открыто. Там меня сразу грохнут, не задумываясь просто. По-моему, я уже нарываюсь. Нет, я просто мимо проходил. Так, вот где-то здесь они, в этом городе. Надеюсь, вот мы найдем боеприпасы, топливо, все найдем. Но тут вот такие прикольные штуки ездят тоже. Так, вот это как раз таки, это цель. Что тут? О, горючая. Ты кто? Сколько раз я успел попасть уже после взрыва здания? Опа, опа. 4 жизни. Так, мне боеприпасы нужны. Никак иначе. Вот, отлично. Посмотрим, что еще тут бомбануть можно. Так, это норм машина. Ой, нет, это тут там зелененькая не норм. Да это какое-то читерство, это нормально. Надо было облетать. Пусто. Так, это мы уже смотрели, да, вроде бы? Или нет? Нет, это мы не смотрели. Так, ну она сейчас в неправильном направлении. Так, это нормально. Вот это ненормально. Так, боеприпасы. Ну давай. О. Молодец. Да куда ты все выстрелил-то? Хеллфайр мимо вообще. Штурман, штурман. Подводишь. А, во. Удаляй. Оно что, бронированное, что ли? Опа. Но я не буду брать, потому что мне как раз таки нужно на посадку, и там у нас и топливо, и броня за людей дастся. Все будет хорошо. Турмана Киржаков. Они даже не полностью мне броню восстановили. Ну почти там. 5 единиц не хватило. Чё ты не берешь-то, ну? Извиняюсь, у меня звонок. Сейчас 2 минуты, наверное.
Я вернулся, извиняюсь. Так, на чем я остановился? Я уже забыл. Ага, прилетели обратно. А что у нас тут еще не разбомблено? Да вроде уже почти все разбомбили. Так, боеприпасы тут есть. Так, а это что у нас ездит? Нормально или с ядерными зарядами? Это норм, мусорка. Так, тут явно кто-нибудь еще ползает. Не-не-не, я в тебя не хочу стрелять. Пока что. Так, неудобный ракурс сейчас будет у него. Так, ну по-любому М4-8 ездит. Что-то пока не видно. Ага, вон она, вон она. Так, боеприпасы. Опа. 5 жизней. И никаких читов. А, ну ладно, тебя можно забрать, наверное, заложника. Смотрим теперь, где эта машина, мусорка. Ну это же ракурс неудобный, давай разворачивайся. Ну. Так, что у меня? 2 Hellfire всего осталось. Ну если что, хватит даже на М4-8. Ага, во. Еще где-то. А тут есть количество? А, еще 2. Еще 2. Так, ну вот ты, наверное. Ну давай. Посмотрим. Угу. И еще где-то 1. Так, ты норм. Тут есть. Вот ты, наверное. Ну все. Миссия 4 выполнена. Так, горючее надо. Бутер нашел. Ну это круто. Бутер это вкусно и пищеварение нарушает. Ну, в общем, классно. Следующее задание. Уничтожить фабрику по производству ядерного оружия. Захвати ученого, прежде чем бомбы будут загружены в бомбардировщик. Фабрика Медвена, броня 500, защищена 2 радарами. И я более скажу, она не только защищена 2 радарами, она еще защищена вот этими штуками. И не одной. В общем, вот там сейчас меня накажут, наверное, меня. Ну, посмотрим. Зато там есть все. Там есть горючие боеприпасы и броня. Но, боюсь, мне все равно может не хватить. Ну ничего, у меня 5 жизней для этого есть. Так что полетели, в принципе. Пойду высажу человека. Или взять броню. Не, понадобится еще. Хотя нет, высажу, там жесткие ребята. О, в смысле, возьму. Одиноким взглядом на тебя смотрел. Надо вначале радары уничтожить, если я их найду. Я не помню, они где-то тоже в сторонке, по-моему, стоят. Иначе, пока радары не уничтожим, я там просто все 5 жизней снимут. Ну, топо все снимут вообще. И у меня боеприпасов не хватит, даже чтобы их уничтожить. Вот, нашел радар.
И мне сказали, что радара два. А где же второй? Где-нибудь рядом, да? Надо найти, желательно. Может, где-то наоборот, справа. Пока радар не уничтожен. О! Да, пока радар не уничтожен, мне просто там накажут. Или попробовать. Может быть, он все-таки один радар? Ух ты ж! С одного удара? Ну, короче, вот я о чем говорил. Сколько я у нее на него потратил? Вот это вот имба просто. Да где этот радар? Никогда не любил это. Наверху? А, ну, то есть выше станции. Ты его видел или ты так предполагаешь просто? Ну, вообще логично, как бы, да, с двух сторон. Точно. Торымба. Догадался. Ну теперь уже можно к ним подлетать, и они теперь. Ну нет, не днище, но все-таки не то, что было. Да как же так-то, ну. Все. Уничтожай давай фабрику свою. Не хочет. Да. Так, Hellfire еще есть. Отлично. Один Hellfire, горючее вообще на исходе. Ладно, туда долечу, наверное, наверх. А что там наверху? Стоп, а я там могу взять горючее-то? А, точно, там же бункер был, или нет? Или меня там наваляют сейчас? А, все, это посадка, отлично. И возьму тогда боеприпасы. Дедукцию ВФФ, ну... Так, где-то там. Ну давай, уничтожать завод свой. Нет, это мне не очень понравилось. 160 снимает. А, нет, 150, я же еще 10 потратил на удар об стену. Да их тут не один. Все, могу теперь взять патроны, если что. Отлично. Ну, убивать с этих пулек башню, это, конечно, надолго, поэтому придется гидрами. Там еще, по-моему, подъехали ребята, я точно не помню. Давай это маленькое здание уничтожим.
Нам нужно ученым уже захватить. Ух, я выпустил Hellfire случайно. Несколько ядерных бомб было загружено в самолет. Сейчас туда направляется Мэдман. Печалька, что я могу сказать? Ой, ну я хотя бы попал в здание, и то радость. Броня. Так, берем горючее. Нет. Стоп. Следующее у нас задание. Это электростанция. Ну, стандартная такая, да? Но ее, по-моему, там тоже хорошие такие ребята охраняют. Это подстанция обслуживает дворец Мэдмен. Уничтожь ее, чтобы ослабить охрану. Ладно, возьмем. Сейчас тут, по-моему, приехали, нет? Вроде должны были приехать. Ну ладно. Так, нам только боеприпасы нужны. Так, горючее там есть где-нибудь поблизости? Ну как-то вообще-то не особо. Я сделаю вот как. Я слетаю вниз за горючим, и там заодно еще у нас посадочная зона недалеко. Вот таким вот образом я сэкономлю его. Ну, электростанция в этой игре, да, везде. На каждом уровне. Но это последний уровень. Ты уже понял, наверное. Я же говорил, что 4 уровня здесь. Так, нет, я тогда вначале на посадочную зону слетаю, раз у меня еще есть топливо. Где она? Чем на самом деле угодить электростанция? Ну не знаю. Не, ну в следующих играх они тоже есть, но по-моему не на каждом уровне. Что эти мусорки вообще здесь забыли? Ну, которые такие нормальные. А, или это типа отвлекающий маневр специально был? Не, ну главное, что мы уничтожили завод этот ядерный. Это было одно из самых жестких, наверное. Ну сейчас еще тоже будет тут эпик, но не такой. Так, вот это вот я сейчас не туда пока залетел. Нам на электростанцию надо. Почти прилетел. Ой, только не под перекрестным огнем. Триста оставили пока что. Да сколько вас тут? 200. А ну-ка, уничтожь электростанцию, ты можешь? Да ты не видишь, что ли? А, ну молодец. Ладно. Ну, в общем, он меня сейчас собьет, если попадет. Да-да, другие мусорки, чтобы отвлечь. Так, неправильный маневр сделал. Один-один. Ну, у нас с ним. Лол, надо было это здание разрушить, хватать броню, и пока он меня не сбил. С быстрой лебедкой я мог бы и успеть. Дворец Мэдмана, броня 1000. Мэдман прячется в бункере под своим президентским дворцом. Уничтожь дворец... это мне показалось. И высади штурмана, чтобы он захватил Мэдмана. Он отведет нас к самолету. Так. Ну что? Две жизни. Броня мне не нужна уже. Там сейчас, конечно же, будет сопротивление оказано. Не слабое такое.
насколько я помню. Ну вот они, отлично. Закончились. Hellfire закончились. Так, а что у нас тут? Тихо, пока не заметил. Броня. А что у нас тут? Спасибо, что открыл. Ага, боеприпасы. 35 гитар, но он мне быстрее снесет. Надо найти еще боеприпасы. Хотя можно попробовать. В принципе, почему нет? Если уворачиваться. О. Раз, два, три попал. 300 оставил. Так, горючее. Ага, тут есть недалеко. Да. Раз, два, три. Там еще кто-то сзади. Че сзади подкрадываешься? А, да ты же обычный. Лоу. Ща. О. Так. Ну, вроде бы я тут зачистил более-менее. Дворец такой суровый, да, достаточно по броне. Не, ну вот эти здания надо тоже вскрыть. Опа. Три жизни. Как будто бы и не терял. Так, вначале мы уничтожим это здание. Так, возьмем боеприпасы. Броню. Ой, надо броню взять. Все. Садимся. Выпустили штурмана. Идет захватывать Мэдмана. Это ловушка. Мэдман захватил меня и везет к бомбардировщику. Печалька. И вот последнее задание. Самолет. Самолет Мэдмана. Броня 3000. Уничтожь ядерный бомбардировщик. Иначе Мэдман загрузит ядерные бомбы и развяжет Третью мировую войну. Фух. Так. Берем боеприпасы. Вот. И тупо идем спамить самолет. А, иди нафиг. Хотя зря я так, ну ладно. Так я вместе со штурманом, что ли, его уничтожу? Ну, как бы... Блин! Это издевательство! Ну да, я случайно штурмана убил. Но почему миссия-то провалена? Ну, бомбардировщик же никуда не улетит, Третьей мировой нет, мировой войны нету. Ну да, потери боевые, там штурман погиб. Это... Я уже думал, я прошел. Блин. Ну, нет слов. Как можно было на самой простой миссии зафейлить? Лол. Я прошел эту ядерную эту фабрику. Я зачистил президентский дворец этот. И просто, где нужно было заспамить самолет, я зафейлил.
Жесть. Не, ну все же я выполнил задание. Войны нет. Давай титры. Какой последний шанс? Не, ну это... Глупо. Не, ну я не буду еще раз проходить уровень, по крайней мере сейчас. А в следующий раз, с начала игры, мне что-то уже неохота, я не знаю. Ну, в общем, в любом случае, стрим на этом заканчивается. О, да, не, думал реально пройду уже. Штурман важнее войны. В общем, вопросы, если есть, там, замечания, предложения, жалобы, можно писать в чат. В чате, как обычно, сижу пару минут после стрима. И на этой грустной ноте мы заканчиваем. Всем пока.